Друзья, всем привет! Автосалон Бостон, рад приветствовать вас. Меня зовут Юрий Грошев, и у нас сегодня на презентации ГАЗ-3309. Самосвал с трехсторонней разгрузкой. Машина 2014 года выпуска. В 2023 году автомобиль прошел полный цикл реставрации. Установлены новые борта. Рама отпескоструена. Под капотом двигатель ЕМЗ-534, 4,4 литра, мощностью 135 лошадиных сил. Автомобиль в отличном состоянии. Узлы и агрегаты отревизированы. Все работает абсолютно исправно. Хорошая резина. Новая оптика. Салон также в отличном состоянии. Произведен вторичный окрас кабины. Вся индикация на приборной панели работает абсолютно исправно. Демонстрирую полы в кабине. Все отлично, без коррозии и ржавчины. Давление на прогретом двигателе почти 3,5. Пробег 139 тысяч километров. Имеется тахограф. Контура работают абсолютно исправно. Демонстрирую подъем кузова. Гидравлика работает четко, без каких-либо отклонений. Итак, дорогие друзья, приглашаем вас в автосалон Бостон, который находится по адресу город Волгоград, рабочий поселок Городище, улица Дорожников, 11А. У нас большой выбор малотоннажных грузовиков, спецтехники. Работаем как за наличный расчет, так и в кредит, по безналичному перечислению. Возможен лизинг. Ждем вас в гости.